Буэнос-Айрес. Ну, как вам известно, мы плотно сотрудничаем с Массачусетским технологическим университетом, а также с кафедрой кибернетики Сколково. Вот. И нам прислали моднейшую просто штуку, сейчас я вам ее покажу, для склейки сампов. Ну, просто парни посмотрели наши видосы и говорят, вот мы усовершенствовали вашу технологию, вот такая вот штука. Это такой вот крепеж. Ну вот у нас есть самп. И как обычно, вот излюбленные вами вот эти вот перегородки, очень часто сделанные. И чтобы их было попроще клеить, такая вот штуковина. То есть это балка на распорках. На балку крепится такая штука, держатель, да. И стекло к этому держателю фиксируется с помощью двух магнитов. И магниты прочные. Вот у меня стекло на проставочках стоит. Я их могу вытащить, стекло висит. Таким образом, оно очень жестко зафиксировано. И сейчас останется только прокачать. И можно эту штуку снять и передвинуть дальше. Мне вот тут вот еще вот наш три стекла вклеить. Но это еще тоже не все. Сейчас я вот это сделаю, покажу вам просто вот изобретение века патентованное просто. Вот я, соответственно, снял сейчас этот наш штанген. И начинаю снимать скотч, снял с двух сторон, и вы видите, насколько ровненько и просто, это мне заняло буквально 2 минуты, ровненько и просто все получается нарядно красиво. Ну и вблизи, соответственно, вам модель покажу. Вот она балка, вот это все регулируется, то есть можно поставить на самп любой ширины. Здесь к стеклу завинчиваются струбцинками маленькие зажимчики. И вот неодимовый, да? Неодимовые магниты еще вот есть. Так вот, чпоньк. Так вот, они тут резиночка, все, то есть кошерно все это сделано. Чтобы не скользило, да. И магнитиками вот так в сторону все это крепится. Сказка. А как этот резак-то, из Колорадо нам прислали? Гейргольд или как это? Геймгольд? Вот этот вот резак? Да. Гейргольдса. Гельмгольц. Гельмгольц. Вот так выглядит. Это... Сейчас. Это тащим-то устройство для подрезки скотча. Но смысл в чем? Когда ты клеишь скотч, тебе нужно знать отступ заранее, да, под галтель. Там надо учитывать толщину стекла и как обычные люди делают. То есть клеишь скотч, потом берешь линейку, карандашиком это все отмеряешь, делаешь меточки, по линейке отрезаешь, сколько тебе надо. Да? Но наши импортные друзья прислали нам такое чудесное устройство. Ты на этом устройстве сразу выставляешь по линеечке, сколько тебе нужно. И вот таким вот образом. Ну, сейчас я, может, еще скотч наклею, покажу поближе. Прижимается эта штукенция к стеклу. Здесь сменные лезвия. Прижимается, и так вот шпоньк, ты отрезаешь себе ровно 2 сантиметра, сколько там тебе надо. Сейчас я скотч наклею, покажу. Ну или резак Гельмгольц, или крокелюлер. Нет, крокелюлер это очень сложно. Как это? Маркшейдер. Маркшейдер еще был. Мастер-класс по использованию маркшейдера. Берем стекло, скотч. Наклеиваем скотч. Ну вот, 19 миллиметров, например. И можно в разные стороны, пожалуйста, вот лезвие повернуть. Чего, кого? Стекло придерживаешь? Да, стекло. Сейчас придержу. Так.
И получается, снимаем полосочку. Мякотка. И удобство способа в том, что не нужно бегать с той самой с линейкой, там, отмерять чего-то. Вот один раз. Да, да, то есть получается очень точно, ровно вдоль края стекла проходит этот самый рез. А у вас что, как? А давайте мне уже. В общем, если вам нужна такая вундервафля, обращайтесь в контактный центр Сколково. Спросите Олега. Все, давайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.